Всем привет, с вами Голодный, и сегодня у нас небольшой урок в Adobe Premiere Pro, где мы рассмотрим, как приблизить определенную область картинки в вашем ролике. Это видео создано по просьбе одного из платных подписчиков на Патреоне. Его имя Дима Патриот, спасибо им большое за подписку, и давайте начнем. Итак, возьмем для примера кусок видео из предстоящей серии по Dark Souls 2 и выберем элемент, который мы хотим приблизить в определенный момент времени. Например, в данном случае я хочу приблизить лицо Гиллигана. Я выбираю место на таймлайне, с какого момента я хочу сделать приближение. Делаю надрез. И делаю второй надрез, где я считаю, что мое приближение должно закончиться. Далее я выбираю вырезанный кусок. Захожу в вкладку «Effect Controls». И нас интересует эффект Motion. А именно параметр Scale. Сейчас он равен 100%. Допустим, мы хотим увеличить определенную область видео в 3,5 раза. Увеличиваем параметр Scale до 350%. И мы хотим, чтобы было увеличено именно лицо Гиллигана. Для этого нам нужно его лицо отцентровать. Сделать это можно двумя способами. Изменением значения параметра Position. Или это можно сделать более простым и интуитивным способом. Это выделить само видео, щелкнув по нему два раза мышкой. После этого зажимаем левую клавишу мыши и постепенно сдвигаем его. После этого можем еще раз откорректировать параметр Scale, если вам недостаточно увеличения, допустим, до 450. Видим, что лицо Гиллигана опять не по центру. Еще раз немного сдвинем. И таким образом мы добились увеличения определенной области картинки в нашем ролике. Смотрим, что получилось. И как мы видим, в определенный момент видео у нас увеличивается выбранная нами область. Но можно сделать увеличение более красивым при помощи keyframe'ов. Снова выбираем наш кусок и во вкладке Effect Controls сдвигаем бегунок, ну допустим, на 3 секунды вперед, к примеру. И ставим здесь keyframe на вкладке Scale, а также на вкладке Position. Пока что ничего не происходит. Теперь передвигаем наш бегунок в самое начало куска и нажимаем на эту стрелочку, которая означает сбросить все параметры в исходное на эффекте Position и на эффекте Scale. И теперь смотрим, что у нас получилось. Как можно видеть, у нас теперь получился эффект плавного приближения. То же самое можно сделать и в конце. Ставим наш бегунок примерно за 3-4 секунды до конца нашего отрезка. Ставим два дополнительных кейфрейма. После этого сдвигаем наш бегунок в самый конец. И делаем сброс. И у нас получается плавный переход к обычному размеру. Передвигая кейфреймы Position и Scale, можно как ускорить скорость увеличения, так же ее и замедлить. Если вы передвинете влево, то, соответственно, скорость плавного увеличения у вас увеличится. Либо замедлить, передвинув вправо. Ну и давайте для пущего эффекта еще наложу какой-нибудь звук. Пусть это будет звук обнаружения из Metal Gear Solid. Выбираю аудиодорожку, куда это нужно вставить. Синхронизируем наш эффект со звуком. И смотрим, что у нас получилось. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете задавать их в комментарии. Также под этим видео будет ссылка на сайт Patreon, где вы финансово можете поддержать мой канал. Всем спасибо и пока-пока.